time of the year you've been told something magic that never gets old. Всем привет! Продолжаем подготовку к Новому году. И сегодня я на кухне не одна. Со мной моя племянница Диана. Она хочет поделиться с нами рецептом приготовления очень вкусного праздничного блюда. Итак, Диана, что это будет? Всем привет! Мы приготовим жульен по-новому. Мы с мамой частенько готовим это блюдо по праздникам. Оно очень вкусное и красиво выглядит. Итак, какие продукты нам для этого понадобятся? Куриная грудка, консервированные ананасы, твердый сыр, шампиньоны, цветной болгарский перец, сметана, паприка, черный перец, соль. Дианочка, с чего мы начинаем? Нам нужно разрезать тонкой соломкой куриную грудку и шампиньоны. Но перед этим нужно разрезать болгарский перец пополам и отправить в духовку запекаться. Отлично. Кто что делает? Давай команду, я у тебя сегодня на подхвате. Давай я разрежу соломкой шампиньоны. Я, наверное, разрежу болгарский перец, поставлю запекаться и буду нарезать куриную грудку. Да. Договорились? Так и сделаем. Так и сделаем. Так, шампиньоны тебе. Мне перчик. Разрезаем болгарский перец вдоль. Да, все правильно. И убираем семена. Для чего нам нужны эти две половинки? Эти половинки мы будем заполнять жульеном. Здорово. Для этого блюда желательно купить не крупный болгарский перец. Разрезаем шампиньон вдоль на несколько частей, в зависимости от размера, и нарезаем соломкой. Я перец нарезала, что делаем дальше? Дальше нам нужно разогреть духовку до 190 градусов. Угу. И отправить запекаться. Да. На какое время мы будем запекать? 10-15 минут. 10-15 минут, хорошо. Для удобства я форму застелила фольгой, чтобы сок не вытекал. Так, а как выкладываем кверху? Вот так? Лодочкой? Да, выкладываем лодочкой. Угу. Срезаем кверху. Для чего мы запекаем перец? Для того, чтобы он стал мягким. Для того, чтобы он слегка, наверное, да, за 10-15 минут стал мягким. Да. Как мы нарезаем курицу, напомни мне. Нарезаем курицу тонкой соломкой. Так, я думаю, сначала, наверное, филе нужно разрезать вдоль. Да, на несколько частей. А затем получится у нас соломка. Длина соломки должна быть какая? Тогда соломки должна быть средней, не большой и не маленькой. Значит, грудку можно поделить, я думаю, на две части. И продолжаем нарезать. Я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать, как давно ты готовишь. Я еще с лет 8-7 помогала маме готовить разные блюда. И мама меня всегда хвалила, говорила, что у меня неплохо получается. Но я бы сказала, что ты очень красиво, тонко нарезаешь. Видно, что нож ты умеешь держать в руках. Спасибо. Молодец. А какое твое самое любимое блюдо? Расскажи. Вот новогоднее какое самое любимое? Гранатовый браслет. Мы с мамой его очень часто готовим Новый год. Оно очень вкусное. И надеюсь, мама вам придет покажет. Мама придет покажет. Она точно придет покажет? Или мама передумает и испугается? Я смотрю, мы одновременно заканчиваем нарезку. Ты достаточно быстро работаешь, орудуешь ножом. Молодец. Скажи, пожалуйста, ты в видео где-то еще снималась или это твой первый опыт? Да, это мой первый опыт. Я хочу посмотреть на себя со стороны и узнать что-то новое о себе. Диана, скажи, пожалуйста, а какие пропорции курицы и шампиньонов должны быть в этом блюде? Пропорция 1:1, но в нашем случае у нас 400 грамм шампиньонов и 500 грамм куриной грудки. 550 даже, чуть-чуть больше. То есть это нормально? И это нормально. Так, Диана, что мы делаем с куриным мясом? Мы наливаем в сковородку подсолнечное масло, хорошенечко разогреваем и слегка обжариваем куриную грудку. Масло много наливать?
Масло наливать не очень много. Ну так, чуть-чуть. А шампиньоны мы обжариваем на сухой сковородке. Ждем, пока масло разогреется. А шампиньоны можно уже сразу насыпать в сухую сковородку. Как долго мы обжариваем шампиньоны? Достаточно выпарить влагу, долго обжаривать не нужно. Так, масло у меня очень хорошо разогрелось. Отправляю мясо. Когда курица слегка обжарится, нужно посолить и поперчить. Добавляем все специи. Как долго обжариваем мясо? Как оно станет полностью белым, снимаем цевье. Шампиньоны обжариваем на сильном огне, чтобы побыстрее выпарилась влага. Прошло 15 минут, мы достали перец, в нем выделилась влага, ее нужно слить. Перец стал слегка мягким, подготавливаем его к начинке. Лишняя влага нам не нужна. Так, из шампиньонов выпарилась практически вся влага. Их нужно еще дальше обжаривать? Нет, не нужно. Грибы выкладываем в подготовленную курицу. Основное мы подготовили. Нам осталось нарезать соломкой ананасы и на терке натереть сыр. Я забираю ананасы. Натираем сыр на крупной терке. Представляю, как это будет вкусно. Обожаю ананасы, тем более с птицей. Соломка не слишком крупная? Посмотри. Хорошо. Хорошо? Я уже почти закончила. А я еще режу. Осталось смешать все продукты и начинить в лодочке. Что делаем с нарезанным ананасом? Выкладываем начинку. Добавляем сметану и перемешиваем. Перемешиваем. В начинку добавляем 1/3 натертого сыра. Остальным сыром мы посыпем сверху. Так, ну что, осталось нам только начинить, да? Все готово? Да. Перец уже подостыл. Начиняем? Да. Приступаем. Финишная прямая. Осталось все посыпать сыром и отправить в духовку. На сколько времени? На минут 15-20. Все готово. При какой температуре будем запекать? При температуре 200 градусов. Прошло 20 минут. Жульен в перце с ананасом готов. Осталось подождать, пока он немного остынет. И я предлагаю украсить укропом. То есть посыпем немножко зеленью, да? Ну давай. Выглядит очень красиво. Сыр подрумянился. Превратился в курочку. Да. Представляю, как это будет вкусно. У меня есть предложение сразу положить по одному жульену в тарелку, чтобы он быстрее остыл. Ой, какая красота. А пахнет, аромат какой стоит. Очень вкусно. Так. Пришло время снять пробу. Перцы слегка остыли. Очень интересно попробовать, что получилось. Как же это вкусно. Я бы сказала, очень что вкусно. Такие жульены, это женский вариант. Прям вот идеально. Мужчины, я не знаю, конечно, как к такому блюду отнесутся, но для женщин, я думаю, что это самое то для праздничного стола. Особенно на Новый год. Дианочка, большое спасибо за то, что ты поделилась таким классным рецептом с нашими подписчиками, со мной. Надеюсь, что мама твоя тоже захочет прийти и поделиться с каким-то своим вкусным рецептом и порадует меня и зрителей. Подписывайтесь на канал «Семейная кухня», ставьте пальцы вверх и пишите комментарии, как вам наше блюдо. А мы на этом с вами прощаемся. Всем приятного аппетита, с наступающими праздниками. Всем пока! Пока-пока! That time of the year you've been told something mad.